可曾听说过雪山悬崖，曾让人魂绕梦牵，传说中有宝藏在上面，也藏着万丈深渊。聪明的愚笨的善良的人，都是你熟悉的人，在山坡在悬崖在巅峰云端，踩着мастер Джон покинул нас. Что? Он умер этим утром. Будучи на пороге смерти, он позвал меня и попросил передать все эти вещи тебе. Это составленный им перечень. Он оставил всю свою коллекцию книг тебе. Ты понимаешь, что это означает? Это означает, что он доверил тебе свое наследие. Он возлагает на тебя большие надежды. Человек, способный написать такие стихи, не должен быть осквернен мирской жизнью. Я бы не вынес, если бы эти превосходные стихи оказались позабыты. По правде, я видел его всего лишь дважды. Литературное наследие — это духовная связь. Последние его слова были о том, что ты должен следовать зову сердца. Мастер также сказал... Я прожил счастливую жизнь. Я никогда не был к себе несправедлив и никогда себе не лгал. Господин Фань, я желаю и вам того же. Проживите счастливую жизнь. Будьте счастливым. 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 За всю свою жизнь я составил примечания ко многим книгам и написал множество статей. Но наибольшую гордость я испытываю за нынешний период моей жизни. Мне тоже пора. Думаю, мы с тобой еще встретимся. Лили тоже здесь. Где она? Не глазей по сторонам. Она там, откуда ей видно тебя. Бедзе. Цена прощения? Какое странное название. Уезжайте! Быстрее! Молодой господин Янь, сейчас же уезжайте! Мой брат хочет убить вас всех! Уезжайте, пока не поздно, уезжайте!
убейте всех из Южной Цин. Во имя нашей страны. Шинжун что, свихнулся? Дворцовая стража тоже здесь? Они здесь для защиты Лили. Лучше всех известно о твоих ранах. Старший брат! Не бойся. Ты не умрешь. Я спасу тебя. Ты не умрешь. Небеса желают уничтожить великую Ци. Фань Цянь. Всем стоять!
в императорской сокровищнице на контрабанде сделали огромные деньги. Я уделял этому внимание. Но эти деньги шли в руки одной из знатнейших семей Южный Цин. Семья Мин. Семья Мин? Семья Мин служит второму принцу Ли Южи. Нет же. Ли Юньжу всегда поддерживала наследного принца. Вас одурачили. Кстати, Фан Сянь, я приготовила тебе подарок. Почему вы внезапно решили мне рассказать? Я хочу обменять эти сведения на жизнь моей младшей сестры. Если честно, я действительно хотел убить вас с Янь Бин Юнем. Я знал, что шанс на успех невелики. Когда появилась дворцовая стража, я принял решение. Я не остановился, когда сестра встала у меня на пути. Но рана не смертельная. Только ранив ее, я мог дать ей возможность выжить. Я так или иначе должен был умереть. Но я боялся, что если она останется одна в Северной Ци, ей придется очень трудно. Господин Фань. Пожалуйста, заберите мою сестру в Южную Цин. Я обещаю. Господин Шэнь, вы тоже можете уйти с нами. Как член стражи в парчевых одеждах Ци, я никогда не стану предателем. Заберите его, пусть его величество примет решение. Иди. 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 Если бы не Лили, большинство из вас погибла бы здесь. Не забывай о том, что она сделала для тебя. Я притворюсь, что не видела ее. Спрячьте ее в повозке и возвращайтесь. А? Вот теперь мы точно прощаемся. Но мне кажется, что мы еще встретимся.
А вот и вы. Ноги были обеспокоены тем, что ты можешь снова подняться. Это говорит о том, что они боятся тебя. Знаете ли, нелегко восстать из пепла. Поэтому, если я убью тебя сейчас, никто не уронит по тебе слезинки. Вдовствующая императрица лишь поругает вас, когда узнает. Вероятно, она вас даже не накажет. Это ты ответственен. За смерть моих людей. Да, я. Мой отец был убит тобой? Именно так. Вот почему. Я убью тебя! Я знаю. Генерал! Ее Величество не издавало указа! Снег пошел. Убить! Моя месть. Да. Рана госпожи Шэнь несерьезна, но она не приходит в сознание. Незачем мне о ней рассказывать. А кто это недавно так крепко ее обнимал? Она из Северной Ци. Больше нет. Никто не сказал. Люди, способные на любовь и знающие о своих чувствах, гораздо сильнее тех, кто холоден и безжалостен. Ничего не хочешь сказать? Теперь ты знаешь. Что это второй принц строил тебе козни? Что ты будешь делать? Вернусь и спрошу у него, зачем он это делал. Если спросишь, пути назад не будет. Он хочет убить меня. Как я могу притворяться, что ничего не знаю? Думаешь, у тебя есть какие-то шансы против принца? Меня не волнуют шансы. Тогда что тебя волнует? Он хочет убить меня, значит, я должен защищаться. Только так я смогу жить счастливой жизнью. Когда мы вернемся в столицу, ты станешь мне помогать? Можешь обдумать это по дороге. Решишь ли ты помогать мне или поддержать второго принца? В любом случае, тебе придется сделать выбор, раз тебе известна правда. Я буду ждать твоего ответа. У меня никогда не было к тебе никаких чувств. Я знаю.
Я пыталась ненавидеть вас, но мне невыносимо видеть, как вы страдаете. Я никогда не любил тебя. В чем дело? Там кто-то есть. Нет там никого? Господин, у меня мало талантов, но в выслеживании людей я спец. Вам ведь об этом известно. Я уверен, что оттуда кто-то наблюдает за нами. Вот, держи лепешку. Господин, лепешка для вас. На что вы смотрите? Кто там? Бянь. Господин Янь, что такое? Господин Фань зовет вас. Себе он явился. Мечник, служащий второму принцу? Именно он. Где он? Я отправил его отдыхать. Он пришел доставить письмо? Верно. Он хотел, чтобы мы открыли это вместе. Это тебе. Пишу так, словно мы разговариваем лицом к лицу. Я скучал с момента нашего расставания в столице. Я хорошо себя знаю. Видишь ли, я довольно ленив. Я не люблю ходить вокруг да около, поэтому перейду к делу. Фаньсянь, тебе должно быть известно о моих делах в Шанцзине. Как бы объяснить? В этом мире труднее всего быть сыном императора. В прочих семьях сыновья тоже ведут борьбу, но проигравший лишь потеряет шансы на будущее наследство. Или же свое лицо. Если проиграю я, ты потеряешь свою жизнь. Поэтому все, что я делал, было ради выживания. Надеюсь, ты сможешь это понять.
Ты верно догадался. Тот, с кем ты боролся, находится на моей стороне. Должен признать, все, что с тобой случилось, было подстроено мной. У меня не было выбора. Пожалуйста, прости меня. Однако, если честно, я действительно о тебе очень хорошего мнения. Человек не может жить прошлым. Если готов все простить и забыть, клянусь тебе, я сделаю тебя самым могущественным чиновником в Цин. И тогда семья Фань станет в Цин самой влиятельной семьей. Я слышал, ты мечтаешь о беззаботной жизни. Я могу помочь тебе с этим. Даю тебе свое слово. Я попросил себя Аня доставить тебе подарки. Надеюсь, ты сможешь поверить в мою искренность и согласишься протянуть мне руку помощи. Что в твоем письме? Сначала расскажи про свое. Он пообещал мне власть, деньги и светлое будущее. Другими словами, он надеется, что я смогу простить и забыть. Он сказал все, что было нужно. Но ничего конкретного. Он даже не назвал имен. Письмо нельзя использовать как доказательство. Он очень хитер. Жить беззаботной жизнью? Ага. Знаешь ли, я не честолюбив. Я хочу жить счастливой, обеспеченной жизнью. Я не желаю забираться повыше. Я лишь хочу мирной жизни. Тогда тебе стоит согласиться. Я и хотел бы. Но все те, кто умер, никак не отпускают меня. Я хочу, чтобы они упокоились. Чтобы отпустили меня. Ты не хочешь пойти на уступки? Каждый должен отвечать за последствия сделанного выбора. Добрые дела должны быть вознаграждены. Неверные поступки должны быть наказаны. Если о чем-то позабудут лишь потому, что это осталось в прошлом, я не смогу обрести покой. Если покой будет потерян, как я смогу жить счастливо? А что насчет тебя? О чем он написал тебе? Он хотел, чтобы я кое-что понял. Если правда выйдет наружу, он будет отбиваться всеми силами. Если дойдет до этого, Цин будет повержена в хаос. Ну и... Задача бюро наблюдения и контроля — обеспечивать стабильность в Южной Цин. Пока я жив, это мой долг. Ради поддержания стабильности. Ты закроешь глаза на чужую порочность? Мне нужно время, чтобы подумать. Он сказал, что у него для меня подарок. Посмотришь вместе со мной? Господин. А? Дело Ван. Братец Ван занялся посольской миссией. Он сказал другим лучше не знать о том, что здесь происходит. Ван Цинья не очень тактичен. Да. Господин Янь, вы едва спаслись от смерти. Мои поздравления. У меня есть вопрос. Господин Янь, не стесняйтесь. Как второй принц узнал о том, чем посольская миссия занималась в Шанцзине? Расстояние между странами велико, а новости доходят с трудом, поэтому ваше высочество не знало о делах в Шанцзине. Тогда почему он велел тебе доставить эти письма? Потому что его высочество верит в господина Фань. В день вашего отъезда из столицы его высочество сказал, что вы узнаете правду о делах в Шанцзине. Когда вернешься к нему, передай, что я верю в его искренность. Но я недостаточно великодушен.
Я не прощу его. Его высочество сказал: сначала вы должны принять подарки. Его высочество сказал: вы потеряли своего охранника, поэтому он должен вам это возместить. У мальчика будет лучший учитель и светлое будущее. Его высочество просил вас довериться ему. Кроме того, в ларце есть еще один слой. Прошу вас, посмотрите на печать. Нежная лавка Даньбо. Твой старший брат, мой хороший друг. Разумеется, я присмотрю за тобой. Вы хотите сказать, есть более прибыльное дело, чем книжная лавка? Более прибыльное, чем ты можешь себе представить. Второй принц сказал, что второй молодой господин милый и невинный. Он просто очарователен. Фань Цзэ – наследник семьи Фань, а я лишь внебрачный сын. Думаете, мы хорошо с ним ладим? Его высочество сказал: вы кажетесь циничным и временами ведете себя странно. Но глубоко внутри вы искренне заботитесь о семье и друзьях. Он сказал, что не мог ошибиться. Он довольно самоуверен. В ларце всего три слоя. Я давно наблюдал за вашими руками. Я прикинул в уме ваши размеры. Хорошо. Мне нравится. Как вы смогли поймать учителя? Мастер Фэй спец по ядам. Разумеется, мы не смогли бы его поймать. Но у каждого человека свои слабости. Да ну. Не знал, что у учителя есть слабое место. Господин Фань, вы и есть слабое место мастера Фэя. Мастер Фэй. Вы их доставили? Да. Я попросил себя не поспешить туда с вашими перчатками. Надеюсь, увидев эти перчатки, Фань Сянь поверит в мою искренность. Если у него трудности, разве не стоит мне пойти лично? Мастер Фэй, вы глава третьего отдела бюро. Многие наблюдают за вами. Если вы покинете столицу, у его величества могут возникнуть вопросы. Не беспокойтесь. Это небольшие трудности посольской миссии. Я послал кое-кого, чтобы оказать ему помощь. Фан Цянь, несомненно, вернется живым и здоровым. Почему вы помогаете ему? Мы с ним родственные души. Как только что-то узнаете, дайте мне знать. Можете на меня рассчитывать. Мы с вами еще увидимся.
Это угроза? Его высочество считает Фан Сяня своим другом. Разумеется, он желает позаботиться о близких ему людях. А что, если я не соглашусь поддержать его? Его высочество сплатил на делах в Шанцзине приличную сумму. На содержание личного войска. Завтра оно будет здесь. Чтобы обеспечить ваше безопасное возвращение. Как думаешь, сколько людей потребуется, чтобы убить меня? Его высочество также желает знать, господин Фань. Сколько человеческих жизней понадобится, чтобы заставить вас пожалеть о неверном решении? Завтра я приду снова. Надеюсь, ваше превосходительство Фань, вы сможете дать второму принцу четкий ответ. Если согласитесь присоединиться, я буду защищать посольскую миссию по пути в столицу. Если откажетесь, я убью вас. Господин. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы спасти множество жизней и иметь светлое будущее. Думаешь, у тебя есть возможность выбирать? Я хочу попытаться. А что насчет тебя? Ты уже принял решение? Час. Понятия не имею. Но еще довольно рано. Гауда! Собирай всех и выдвигаемся! Все верно. Я пришел вас сопроводить. У вас была целая ночь на обдумывание. Что вы решили? Фань Сыдже – наследник семьи Фань. Если он умрет, мой отец так просто это не оставит. Учитель Фэй, глава третьего отдела бюро. Если он умрет, бюро так просто это не оставит. Этих двух он не посмеет тронуть. Так что же вы решили? Вопрос не в том, что решил я, а в том, что решите вы. Вы можете убить нас всех прямо здесь? И по возвращении вы все станете изменниками и поплатитесь за это своими семьями. Или можете понаблюдать все вместе за моим возвращением. За каждый преподнесенный мне подарок я отплачу ему шаг за шагом. Thank you.
Если что-нибудь случится с сыном Тэнцзиньцзина, я заставлю его заплатить собственной жизнью. Спроси его, готов ли он всем рискнуть из-за ребенка. И спроси себя самого. Уверен ли ты, что сможешь убить меня? Господин! Это мой выбор. Задача бюро наблюдения и контроля — обеспечить стабильность в Южный Цин. Пока я жив, это мой долг. Продолжение следует. Разумеется, нет. Идти против течения и обрести себя, взглянув смерти в лицо. Именно вы делаете наш мир добрее своей любовью и надеждой.